А что ты расскажешь, Хэнк? Что ты чувствуешь? Ну, раз уж ты спросил, чувствую я себя так, словно боженька сам взял меня в свои рученьки, уложил в кроватку на ржавые гвоздики, ноги за уши прибил и вставил мне. Ни вазелина, ни смазки, ничего, ни даже плевка. Этот сраный мудоёб взял свой большой-пребольшой шлем Дарта Вейдера и долбанул. И разъебал мою чудную девственную дырочку, моё милое коричневое очёчко. Достал, кончил мне на сиськи, вытер хуй об занавеску и оставил меня подыхать. Но это я. А как вы, друзья мои?